Сейчас мы находимся на выставке «Освета 2013». Вот здесь около стенда «Erasmus Mundus Program». Алена, расскажите нам, что это за такая за очень важная программа? Erasmus Mundus, мы представляем делегацию Европейской комиссии в Украине, и Erasmus Mundus — это программа Европейской комиссии, которая предоставляет возможность молодым ученым и студентам со всего мира обучаться в Европе. И полностью это финансирует. То есть, например, если у вас уже есть диплом бакалавра в Украине, вы можете подавать документы на то, чтобы получить стипендию Европейского Союза и получить высшее, второе высшее образование в Европе, причем как минимум в двух странах Европы, такое необходимое требование стипендий Erasmus Mundus, и получить объединенный диплом нескольких университетов, которые полностью будут финансироваться Европейской комиссией. На данный момент существует около 180 различных программ по разным направлениям. За каждой программой стоит от 3 до 10 университетов, которые согласовали свои учебные планы для того, чтобы предоставить максимально качественное образование по этому направлению студентам. И каждый год на каждую из этих 180 программ выделяется 10 стипендий для студентов третьего мира в размере 24 тысячи евро в год. То есть эти покрываются полностью все расходы на обучение и на проживание студентов. Можно приезжать, можно ни о чем не задумываться и просто учиться, путешествовать и как бы расширять свое мировоззрение, расти личностно и расти профессионально.